я кивнул, когда пора нажать на ту же кнопку. И начало второго концерта. Это когда на третий тур. Нет, мурашки просто. Еще что тебе запомнит? Прям вот что вспоминается тебе, то нам поиграй. Сейчас сыграю конец. Константин Хачикян. И первый, как играет Константин Хачикян. Вторую редакцию подобрал. Вот это оркестр играет. Вот это оркестр играет.
сейчас играл Марине, но когда я слушал интервью Мацуева, он сказал, что он играл, он звучал в зале Чайковского, и не на Большой зал консерватории не дошли. Mm-hmm. Я знаю, что на первом туре играли вторую прелюдию, mm-hmm. седьмой мажор, которую я хочу играть, опус 23. Что-то запомнилось? Или, наверное, все? Не знаю. Ну, я... конец. Седьмой сонат Прокофьева, как играл Бессон. Знаю, как его и Ключко играл. Ну, пока все, да? Все, что вспомнилось. А, вспомнил еще. Равель. Его это.
это Равель концерта. Он прикольный. Его играл Маусюани. И еще кто-то играл. Второй концерт для левой руки. Кстати, точно из Бельзи нет. Вот конец, я прям помню, как он звучит. Ноты не знаю, но мелодию... Ну уж все, да, наверное? Да? Еще стоп, запомню еще. Вот что я помню.
играет фортепиано. Вместо вот этого из третьей части. Почему смешно? Вот знаешь, какое самое смешное? Вот это. Вот это. А почему смешное, Андрей? Тебе что, не слышишь, что какая-то шутка? Ну, шутка звучит, слышишь? Керцанда. Да. Ну тебе же самому смешно. Не забавно, Андрюшка. Вот, по-моему, вот что я помню. Ну спасибо, Андрюш, супер. Мне очень интересно. Прям правда. Я в восторге. Выключаю, да? Да, до новых встреч.